Привет, друзья, с вами Fishing TV, и в этом видео мы расскажем о пятерке самых лучших востребованных Нави микроджиговых приманках за 2016 год. Мы не будем расставлять их в приоритете от 1 до 5, так как каждая хорошо по-своему. Также вкратце расскажем о том, как мы их оснащаем. Crazy Fish Polaris 4,5 см. Хорошо известная многим приманка без собственной игры. Множество проводок, нужная цветовая гамма, правильный размер для спортивного окуня делают ее одной из основных. Оснащаем мы ее в основном одинарным крючком из тонкой проволоки. Серия Owner 51653 Flow Trigger номер 8. Reins Agile Ringer Shed. Это 4-сантиметровый виброхвост с интересным телом в треугольном сечении. Он также не просто так оказался в нашем списке, это одна из самых результативных приманок по окуню. Цветовая гамма фирмы Reins очень велика, поэтому правильных цветов для ловли окуня в ней оказалось не просто 2-3, а целый большой список. Оснащение Agile Ringer Shed, так же как и у Polaris, 4,5 см. Lucky John Baby Rockfish или Crazy Fish Nano Minnow. Форма одинаковая, производители цветовая гамма разные. Это тоже виброхвост, но размер его еще меньше, чем у Reins Agile Ringer Shed. Длина его составляет всего 3,5 см. На него было поймано огромное количество мелкого окуня в условиях соревнований. Оснащаем его так же, как и предыдущие две приманки. Далее Bait Breeze Micrograb единичка. Это единственный в нашем списке твистер. Он очень маленький, что позволяет ловить практически всю рыбу, которая находится в зоне досягаемости заброса. Если не брать во внимание совсем маленького окуня, то по результативности можно сравнить микрограб единичку с малинкой Беркли на мормышке. Оснастить микрограб единичку можно двумя способами. Основной – это разборная чебурашка с одинарным крючком, тем же Owner 51653, но теперь номер 10. Или мормышкой с подходящим по размеру крючком. И напоследок Keytec Swing Impact 2 дюйма. Это самая результативная приманка по средней и крупной рыбе по ультралайтовым меркам. В условиях соревнований мы ее не использовали, так как размер 5 см слишком большой для спортивного окуня. Он сделан из мягкого силикона. Его тело червеобразное и ребристое. Благодаря этому он очень подвижен в воде. Главное не переборщить с размером крючка. Большой крючок убьет его подвижность в хвостовой части. В основном мы монтируем его на разборную чебурашку от 2 до 5-6 граммов максимум. С крючком размера номер 6 из тонкой проволоки. К нему отлично подходит серия Decoy SS Worm 19 номер 6. Это была пятерка самых лучших, часто используемых нами приманок в 2016 году. С вами был Петухов Артем. Подписывайтесь на канал. Пока!